якутском автодорожном техникуме проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia 2015 среди автослесарей по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В чемпионате приняли участие 23 автомеханика. Это студенты образовательных учреждений Министерства профессионального образования республики, в том числе студенты из различных муниципальных районов и улусов республики. Компетенция ремонт и обслуживание легковых автомобилей состоит из трех модулей. Первый модуль – это диагностика электрооборудования, это световые приборы. Второй модуль – двигатель, электрическая часть и модуль С, механическая часть – это система торможения автомобиля легкового. Экспертами работают работодатели из ведущих транспортных компаний. Это из ООО «Колми», ООО «Якутский автоцентр КАМАЗ» и «Форсервис». Ну, победитель получит приз, кубок и представлять будет Якутию в Дальневосточном федеральном округе, в полуфинале WorldSkills Russia. Чемпионат в Якутске по данной компетенции проводится уже в третий раз. Как оказалось, в прошлом году в ней принимали участие всего 11 человек. В этом году количество желающих стало вдвое больше, и, возможно, этому поспособствовал тот факт, что победители чемпионата прошлых лет получили реальную возможность найти престижную работу. В прошлом году победители нашего чемпионата ездили в Казань на российский чемпионат. И 5 человек стали членами сборной Российской Федерации. Они будут представлять Российскую Федерацию на международном уровне. И один из них, один из победителей IT-технологий, Колесников Антон, сразу же даже нашел работу. Его пригласили работать в одну очень крупную фирму европейскую. Он сейчас живет и работает в городе Казани. WorldSkills Russia ставит себе задачу, чтобы выпускники и вообще студенты обучались именно по международным стандартам. Это международные стандарты. Те же передовые технологии, вот вы видите, стоят компьютеры. Это уже требование как бы международного стандарта. Они должны и обязаны учиться таким образом. Завтра в 18:00 станут известны имена тех, кто будет представлять Якутию на дальневосточном региональном этапе чемпионата в апреле этого года. Надежда Ефимова, Николай Ниабутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.